Опять вай-вай, еле тянет стрим, опять вай-вайные нити зажирает всю скорость. Не знаю, Мася слышит или нет, но приветики. Ой, я еще болею, я просто этот... Я уже рассказывала, что на прошлой неделе клора ходила, мне прописали дофига всего пить и антибиотики. И эти антибиотики меня торкают так, что это жесть. Мне еще сегодня последнюю таблетку их пить. Мне всего от лучше. Ну, это жопа просто. Ощущение только от них, что хуже становится. Потом вообще было все грустненько, печальненько. Все это время. Но вроде живу. Живу, работаю. Иногда даже сплю. Даже получается. Так, ладно, чего мы начинаем так долго? Я что-то посидела, подумала, мне еще пока что не очень хорошо, поэтому для меня самое то метроидвание, в которых я, конечно же, заблужусь 25 раз за один день. Так что поглядим, сколько сегодня успеем пройти. Давно хотела поиграть в Гуакамели. Она прям клевенькая. Нарыла какой-то русик, потому что не хочу переводить с английского языка. Потому что башка трещит, гудит просто жесть. Поэтому воспользуемся навыками умельцев, которые делали для таких, как я в данный момент, перевод. И почилим в Гуакамеле. Надеюсь, что тупить сильно не буду, так сказать. Ладно. Чё? Чё мы сидим? Если можно идти играть. А где моя гуакамелюшка? Я еще запуталась и начала. Надо сначала почитать разницу между Gold Edition и Super Turbo Championship. Не захватилась. Ясно. Захват игры. А, не, захватилась. Ок. Это странные дела были. Я сначала просто одну версию поставила, а по итогу можно было просто вторую поставить. Чатик. Господи. Серегас, привет. Так, я думаю, все-таки еще немножко потише сделать на единичку. Вот, что я сказала? Что я сказала? Че я говорила? А, вот. Я сначала Gold Edition поставила, потом такая, а в чем разница? Может, мне же нужно что-то другое ставить? По итогу нужно было Super Turbo Championship Edition за то, что там что-то добавили. Поэтому пришлось перекачивать. Хуан! Ты дома, Хуан? Хуан, проснись, Хуан! Это я так просыпаюсь. Игру можно было потише. А, ты напоминаешь мне, о чем я говорила. Прыжок. Хоба. Так, ну удары клевенькие. Получается, бои игры пока у нас неизвестны. Ядрить него, конечно, дом клевый. Многоэтажный подвал. Текила? Блин, не взять. Жалко. Наконец-то проснулся. Уже полдень. Солнце в самом зените. С голой девочкой прошли? Да. Нет времени спать весь день. Приближается празднование Дня Мертвых. Многоточие. Многозначительное молчание. Можешь не спеша собираться.
После того, как почистишь зуб, мне понадобится помощь твоих сильных рук в церкви. Церковь. Я не успел прочитать. Какое? А я могу? Сюда подошли. Всем курицам под жопу. Сюда иди. Сюда иди, говорю. Всех куриц пожопить. Блин, у меня минус уши ушло. У меня микрофон в минус уши, мне кажется, ушел. Все, все, не бью, не бью. Что-то есть. Еще какие-то подфриживания. У меня. Привет, Хуан. О, это мучидоры тренируются к предстоящему турниру в честь праздника мертвых. Я не могу пропустить тебя. Ну ладно. Ну-ка, я проверяю просто. Не, у вас нормально, у меня немножечко тогда багуется. Ладно, скоро фиеста, я не хочу остаться без текилы. Так что извини, Хуан, я пригласила тебя, но вход только для лучидоров. Сипур, привет. Если не знает боли, ведь здесь все гуакамоле, да. Блин, вкусняшки хотелось. Игру сменить? Чёрт! Вот что называется, я на таблетках, я туплю. Секу. Спасибо, Паш. Так, управлять транс. Гуакамелия. Супер турбо чемпионшип. А чё, супер турбо? Подождите. Гуакамелия. Почему мне написано супер турбо? Там нормально все у вас? У меня с телефона пишет просто супер турбо. Надеюсь, что все ок. Че тут? А, здрасте. Теперь в доме стало так тихо. Но я просто не могу заставить себя избавиться от ее любимой игрушки. Поэтому я храню ее в подвале под лестницей. Ладно. А где подвал? А как спуститься? А я умею спускаться вообще? Так, нормально. Спасибо. Я говорю, я туплю жестко. Так. Здрасте. Ола, Хуан, помнишь моего сына Учидора? Он схватил трех бандитов, пытавшихся украсть эту воду у Фрея. Ай-яй-яй! А Фред, ай-яй-яй! А чё они все на крыше стоят? Уверяю, я была настоящей мамасидой в былые времена. Советую поверить мне. Чё на меня трётся? Так, секу. Нашла церковь. Супер турбо чемпионская версия. Да, именно она мне и нужна. Серега еще тут? Ну, мне кажется, можно что-то с ними сделать. Так, а то что? Здрасте. Дочь президента не только красивая, она еще и очень умная. Ты знал, что у нее высшее гуманитарное образование? О. Так, сюда нельзя.
Фрей, а я и говорит, что я лучший математик в городе. Умею считать. Этот старый дом заброшен многие годы. Люди говорят, что здесь жила ведьма. Правда это или нет, но жить в нем никто не хочет. Ну потому что там все загажено. Ну логично же, люди. Эй, Хуан, ты взволнован предстоящим праздником? Думаю, Фрей ай-ай-ай искал тебя. Он говорил, что ему нужна помощь с подготовкой к этому вечеру. Ему нужны мои сильные руки. Ой, там пушка! Но здесь вряд ли можно себя запускать. Здрасте. Как помнится, вы с дочерью или президента постоянно были вместе. Вы годами не общались? Почему? Так получилось. Там еще есть какой-то домик, который я не заходила. Вот этот. Ты уже что-то с ним делаешь. Нет, я сюда заходила. Там еще, значит, дальше. Или заходила? Заходила. Так, знаете, я что хочу? Я хочу сделать... Вот так. Так, настройки. А разрешение теперь не меняется? Ну ладно. У меня просто игра сама немного подфриживает, поэтому я хотела... Чтобы у меня все ок было. А. Во. Спойлер-алерт. Ясно. Уходи. Котик падает с лягушки. Фшу. Все, можем заходить. Здрасте. Ола, Хуан. Спасибо, что пришел помочь. Блин, мне надо было обрезать. Я немножечко не так сделала. Сейчас. Очень странно, в окне допустилось. Во. Норм. Я пытаюсь освободить немного места. Мы ждем людей со всей округи на праздник. Даже дочь президента вернулась из университета Санта-Лучиты. Довольно болтовни. Сможешь разломать те пустые винные бочки в углу? О! О! Да, могу. Какая сила! Я знал, что ты справишься. Кстати, дочь президента всегда говорила, что видела в тебе потенциал. Камила, девушка, я так рад, что сын амбассадора вне игры. Он и жена эль-министра. Какой скандал. Вспомнишь солнце в уголочек? Смотрите, кто пришел. Привет, Фрейя. Хуан. Фрей попросил меня заглянуть сегодня и не ожидала встретить тебя тут. Хуан, ты выглядишь так... Помнишь детство? Мы так часто попадали в притряки. Ого, кажется, это было так давно. Ты действительно возмужал? Многозначительное молчание. Кстати, Фрей, я нашла те стулья, которые тебе нужны. Я принесу их позже. Хуан, не сходишь со мной в особняк, чтобы донести их? Я бы с удовольствием прогулялась с тобой. Если ты не против, могли бы вместе пойти с тобой на праздник. Многозначительное молчание. Мне пора. Надеюсь, мы увидимся позже, Хуан. Пока, Фрей. Эй, Хуан, ты не слышал, что она сказала? Это твой шанс. О-хо-хо, это лучше, чем смотреть мои сериалы. Ой, сколько раз мне говорить этим детям не играть с фейерверками. О чем это я? Да. Дочь или президента, тебе стоит с ней повидаться? Блин, там такие распятия упоротые. Я только сейчас заметила.
Так, а где особняк или президента? Нашла. Эй, Хуан, что новенького? Стулья для праздника? Конечно, я просто... Бомбануло! Диос мио, особняк или президент в огне. Сделай что-нибудь, Хуан! О, кто-то пытается поиграть в героя. Ты далеко от полей, фермер. Тебе тут не место. Хуан, беги сейчас же, пока этот уродливый скелет не схватил тебя. Ха-ха, что у нас здесь? Уверен, никто не станет дрожить, когда я выжгу твои глаза прямо до черепа. Князь Калага, сочтай за честь избавиться от нарушителя. Ставь его мне, факел. Я хочу сегодня немного развлечься. Тихо! Если бы Ягуар Хавьер был здесь, я бы доверил ему разобраться с этим. К сожалению, сейчас занят. Я сам избавлюсь от этого жалкого Химодора. Живых, возможно, решил забыть обо мне. Но я не дам им выбора в этот раз. Я Карлос Калака, правитель мира мертвых. А ты даже не Лучадор. Ты даже не гражданин. Ты не паладин. Приготовься к смерти. Ха-ха-ха-ха. Ай, спешил. Сюда иди. Фак. Хуан, нет. Эй, народ, что я пропустил? Ну вот. Блин, назад идти. Кажется, немножечко погибло. Смертью храбрых фермеров. Поблочу. Чё это? Так, ну вниз, судя по всему, пока что не могу. Вот одним из навыков. Пока никуда нельзя. Так. Чё это? Маска. Привет, миссиси. Приветствую, Хуан. Я Тестата, хранительца маски. Занятно, что маска выбрала тебя. Калак нарушил баланс во вселенной. Должно быть, ты сыграешь роль. Если ты наденешь маску, Хуан, ее сила вернет тебя в мир живых. Ты готов? Но у меня нет выбора. Хуаба! Ой, мышцы. И татуха. Вжух. Секс-мужчина просто. Который пришел мстить и убивать. Viva la Resurrection. Ачивочка. Сучидор, сюда. Город атакован злыми скелетами. Они заперли всех в Сербии. Кажется, хотят жечь ее дотла. Пожалуйста, спаси нас. Хотя перед тем, как ты уйдешь, мой свет. Если захочешь проверить текущие задачи, нажми Select. А сейчас, пожалуйста, спаси город, а я продолжу прикидываться бочкой. Ясно. О! Карта. Что есть? Какой? Серега Санета, да? Но курочкам ничего не становится. Им просто немножко горячо. Ая. Ая, слышь, козёл. Вжу. Так, походу, тут нужно откидывать от нужной тебе стороны. Не знаю, как еще сказать.
Назад, демон, на помощь, помогите. Эй, ты, Лучидор, спаси меня от этого скелета. Вот так, Лучидор, покажи ему, на что ты способен. Спасибо, сын мой, но мы еще не в безопасности. Они заперли всех горожан в уборной. Помоги нам, нам страшно, а еще тут мерзко пахнет. Ай-яй-яй, еще идут. А что там на Б было? Я профукал. А! Козе. А-а-а. Все, поняла. Это только на левый триггер и переката. Ах, наконец-то мы в безопасности. Ты всех спас. Сейчас, пожалуйста, освободи жителей из уборной. Не знаю, как благодарить тебя за то, что ты сделал сегодня, Лучидор. Мне не дает покоя безопасность президента и его семьи. Поищу улики в Санта-Лучита. Думаю, некоторые из заломных скелетов отправились туда. С Богом, Лучидор. Мир нуждается в твоей помощи. Ола, наш новый загадочный папасита. То, как ты расправился с этими скелетами, было просто перфекто. Возможно, ты мог бы помочь мне с одной небольшой проблемкой. Мой дом кишит курицами. Не знаю, как, но они сбежали из клетки. Любой ценой просто верни их назад в клетку. Бей их, бросай их, все будет в порядке, у меня самые крепкие курицы. Если бы тут был Серегас, я бы сказала, что это неизбежно. Спасибо, что спас нас город. Настя. Фрей, ясно. Ай-яй-яй. Внизу, да, значит? Так, не здесь. Так, поехали. Да, алло. Да, алло. Да, алло. Во. Они с таким этим гулом? С таким стуком? Все, все в клетке. Тар-та-тар-та-там. Грасиас, сеньор. Наконец-то в моем доме восстановлен порядок. Может, я заметил, что один скелет, проходивший через город, это обронил. Надеюсь, он тебе пригодится. Так, кусок сердца. Ха. Органические грибы. Большое спасибо, Лучидор. Кстати, заходи на вечеринку Лучидоров, если сможешь. Подмигивает. Так, мне нужно как раз туда, куда я сейчас иду. Окей. Вот тут прям кладбище.
Чё такое, братан? Нужно чё? Потому что у меня есть чё. Сразу рождение. Суплекс! Надо качать суплекс. Вот это пинок. У1. Только с кассиром на баннере здоровья. Понятно. А костюмы чё? Шапает с кулаками. Что-то рыпало. Броски на слабый урон. Для получения интенсивного урона расходит интенсивный, интенсивный расходится быстрее. Бесконечная сила. Но нет хп. Если огромный урон получает огромный урон. Ну, логично. Костюм Диабло. Удары крадут жизнь, больше силы, меньше жизни. Я могу играть сиськами. Лиздаль, чего? Понял, да. Я могу вот так делать. А в смысле? Козёл. А? На. Что такое штука? Упоротый. Так, судя по всему, навыки нам будут применять. Определенный тигр. Стой на месте, Лочидор. Приказ Кароса Калки. Предупреждаю, еще шаг, а ты умрешь. Сейчас будет топ-10 непредательств, да? Что? Ты хочешь знать, кто я? Да. Ты, кажется, благородный Лочидор, поэтому я отвечу на твой вопрос. Меня зовут Ягуар Хавьер. Когда ты был человеком, как и ты. В молодости я жил и тренировался в этих дремущих зарослях. Я стал легендарным воином на службе благородных королей. Привел величайшую армию к победе. Но это было давным-давно. Теперь я служу Калаке. Нас ожидают последние дни земли. Советую вернуться домой и провести их с теми, кого любишь. С Текилой! А ты упертый. Чедор, ты спас церковь, сей подвиг достоин восхищения. Но твое путешествие закончится здесь. Мне больно так бесцеремонно справляться с таким воином, но я тебя предупреждал. Ай-яй-яй. Нееет, сломал мостик. Так, вот эти штуки я пока не знаю, что мне с ними делать. Ладно. Поехали. Так, что еще хард-контейнер? Нормас. Поехали. А я пока не могу здесь пройти. А отметки такие стоят? А, это прям в канал какой-то проход.
А мне кажется, я сейчас научусь эти штуки ломать. Ты видел какие-то особые удары? Есть. Вот, сохранилось? Наверное, автосохранение работает. А, блин, я думала, здесь проход. Я слепая. О, домик. Не могу. Тут не могу. Нормас. Эй, чувак, жми ЛТ или ЛР, чтобы прыгать через шипы. Это потрясающая штука. А, вот так типа, да? Все. А! А я. Так, сюда пока тоже не могу. Потрясающая штука. Мне все-таки триггером проще. Так, сюда подошел. Найс, задоджила. Ай-яй-яй, блин, а сейчас обидно было. Почти. Так, на серебро я потом могу покупать костюмчики. Наверх пока не могу. Надо держать прям, да? Дурацкие шипы. Блин, так и не могу стоять смотреть. Вниз. Давай, Серега. Спасибо, что заглянул. Так, мне кажется, карточка пролетела. Не? Не? Не могу? Запрета не поддается. Каза. Козу не могу бить. Это отсылка на метро, что ли? Какого? Безумного щедор. Зачем тебе понадобилось сломать мою статую чуза? Карамба, чувак, у меня осталось всего 15 таких. Типичный щедор сначала выпит, а вопрос не задает. Узри, я великий... Ой, чего? Владыка козла людей, необыкновенный наставник воинов и король странных наказаний. Как он подтягивает свою вот эту вот повязку. Итак, прежде чем мы начнем, скажи мне, ты вам свободна? У нее есть идеал? И нравятся плохие парни? Многозначительное молчание. Так, ладно. Объяснись, как ты сюда попал. Не скупись на подробности. Особенно, как у тебя оказалась эта маска. Бла-бла. Галка, храм, дочерь президента Егор Хавьер. Мой бывший ученик. Да-да-да-да. Многозначительное молчание. Я приглашу твою маму на свиданку после того, как мы спасем мир. Для начала нужно обучить тебя искусству истинного лучидора. Сломанная тобой статуя была магическая техника. Куриный апперкот. Еще погодите. Куртку надену, а то я замерзла. Так, поехали. Нажми вверх, Б, чтобы повторить это мощное движение.
Движение разбивает красный блок, и еще его можно выполнить в воздухе. Но будь осторожен, если ты используешь ее слишком часто, ты временно устаешь. Поработай над этим приемом, пацан. Если ты не убьешься, мы продолжим до тренировки при следующей встрече. Тра-та-та-та-та-та. Блин, все сиськи закрыл. Хоба. А, понятно, в каком плане устаешь. А, мне еще нужно забраться тогда. Почти как дабл джамп. Туда не могу пока. Ой, я могу вниз? Я могу вниз, но я хочу сюда. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Секу. Так, блестящие стены я не могу ломать. Ой-ой-ой. А там даже ничего такого больше не было. О! А я не достану. Ну ладно. Так. Неужто мне нужно сделать еще? Дождусь. Хоба. Походу да. Фак. Пасю. Так, тут опять. Что это за говно? А-а. А! Вот, сюда пошел. Найс. Флюлес. На. Так, больше ничего нет, а? Да, походу нет. Три-три-три.
Так, Санта, Лючита. А что тут есть еще? Походу, город. Скелеты только что пронеслись через город, неся какую-то девушку. Они потащили ее на вершину города и удрали по направлению к храму на запад. В этот праздник мертвых, мертвые действительно воскресли. И собираюсь спрятаться в лесу. Там ведь безопасно? Не, чувак. Добро пожаловать, Санта Лучита. Похоже, ты можешь постоять за себя, Лучидор. Жителям города не помешает твоя помощь. Не смущайся, ты герой. Это твое призвание. Верно? О! Походу, я знаю, куда фигурок нужно тащить будет. Ива пиньятас. Да, блин. А я пока не могу сюда. Ну там какой-то цыпленок. Это было ужасно. Банда скелетов пронеслась по городу и несет с собой бедную девушку. Не, отправляясь к храму дождя вверх по холму на запад. Ой, я цыпленку по жопке надавала. Так, а чего внизу, погодите? Опа! Я был Чидором. Ты напоминаешь мне, когда я был в твоем возрасте. Сюда не могу. Я только что приехал с фермы со свежим сыром. Самым свежим во всей стране. Молодец. Danger. Abandoned mine. Не, погоди тогда. Попозже сюда придем. Прошу слух, что Калак и его слуги пришли из мира мертвых. Как это возможно? Походу, я все-таки по сюжету здесь бежала. Так, пока не пойму. Здрасте. Наш компаньон де Бандо пропал. Сеньор, вы должны помочь найти его, пор фавор. Ничто не сравнится со вкусом моих специально свернутых свежих тортилей. Эх. Ты на них не видела дочери президента? О, она действительно великолепна, просто секси. Похищена злым скелетом Чарпра? В мире нет ничего святого. Какой щедрый урожай фасоли в этом году. Я так много, что не знаю, куда девать. Мне дай. Мне. Пердон, сеньор, но мы не можем сыграть вам, пока наша банда не будет снова в сборе. Кукареку, постой, куда ты собрался? Умереть хочешь? Ты обязан искать великого, доблестного, красивого, великодушного, мудрого, неотразимого, убивающего змея курицу Лучидора. Он вернулся в город. Он может показать тебе навыки, необходимые для входа в храм. Я пытаюсь понять, у него клюв на лбу? Или что? Бедные курицы. Здорово, бабусь. Я в отчаянии. В моей кухне пусто.
Мне не хватает ингредиентов для моего особого блюда. Лагранинчилада. Пожалуйста, сеньор, если найдете немного сыра, принесите его мне. Если найдешь фасоль, принеси ее мне. Как же нам найти идеальные чили? Тортилья, последний нужный мне ингредиент, клянусь. Блин, это прям... Прям по городу нужно бегать опять. Фасоль для повара, конечно, бери. Еще много припасено. Тар-та-тар-та-та-там. Так, просто секси. На тортилле идеальная последняя часть для лагран-энчилады. Конечно, ты можешь их взять. Если направо такая большая, то тебе нужно много. Тар-та-та. Так, где-то сыр был. Что, тебе нужен этот сыр для повара? Самая большая в мире энчилада, говоришь? Конечно, возьми ее. Надеюсь, пригодится. Тар-та-там. А вот чили пока не находила. Чили, наверное, подальше. Великая курица вор терроризировала Санта-Лучиту многие годы. В каждом городе заявляла о пропаже мелких вещей своих домов. Наша банда разбиралась спасти Санта-Лучите, чтобы найти потерявшегося участника. Без него не сможем начать наш турне по восточному побережью. Ёп, пацаны! О, бухло! Блин. А, это выход. Это выход из погреба. Я. Огромный боевой петух проживает в соседнем доме. Он говорит, что его тренировал козел. Скелеты похищения. Мне нужно выпить. Вообще не говорю. А ведь не зайти. Полагаю, Калака забрал дочь президента в храм дождя, что на вершине холма на западе. Здорово. Я слышала, что Карас Калакал давно был настоящим человеком. Какая удача в такой день. Встретиться со мной, великим сеньором Ауры. Блин, у нее сердечко на писюне. Это значит, что я люблю мучить врагов до полусмерти. Приветствую, Чидор. Я Ластекос Дель Маго. Когда я на ринге, вокруг одна лишь магия. На что ты уставился? Человек-бачок. Думаешь, сможешь смеяться над Эльбанью? Ты больше не будешь смеяться, когда выполнил свой особый прием. Туалетный сплыв. Я великая курица Лучидор. Добро пожаловать в мое додзё. Если надеешься победить Калку и силой зла, тебе многому нужно учиться. Давай начнем с твоего основного тройного комбо. Пончо. Пончо? Пончо? Здрасте. Я сейчас просто заметила плакат с блюющими людьми. Пончо, поздоровайся с Лучидором. Блапа. Что? Да, да, тебе заплатят, когда закончится демонстрация. Отлично, вперед. Неплохо, неплохо. Твоя основная тройная комбо можно выполнить в воздухе. Начали, Пончо. Доплата за риск. Новичок дерется как котенок. Принимайся за работу. Не засчитывалось. Ладно.
Нажми вверх лист, чтобы выполнить подъем Учидора. Я позволю тебе продолжить комбо в воздухе. Апперкот типа, да? Выполнить куриный апперкот, поднять воздух вместе с врагом. Ага. Теперь соедини подъем Учидора и апперкот в одноразрушительное комбо. Так. Отлично. Это было легко. А-а-а! Птицы, летающие по комнате. Как ты смеешь намекать, что я не умею летать? После всего, что я для тебя сделал. Убирайся с глаз долой. Не беспокойся за него, строй ты себя не весь что. Похоже, ты готов к испытаниям. Банда Калаки направлялась к храму. Видите? Люди слышали, как они говорили о некой темной церемонии. Тебе лучше поспешить, если хочешь остановить их. Да, и заходи ко мне иногда запомнить тренировкой, если не слишком труслив. Так-то. Do or do not. А, жажда войны и знания. Мне легко насыть. Ты хочешь продолжить тренировку? Да. Так, тихо. Так. Красиво. Так. Сюда подошел. А, вниз. Ага. Вот. Класс, так держать. Бабосики. Не могу чуть-чуть обучить тебя всему. Иди в меру поживи. Может, у меня появится приемчик для тебя попозже. А, все. Ладно. Сейчас мы-то разберемся. Я Эрнанда, владелец местного бара у Эрнанда. Сейчас бар закрыт на реконструкцию. Но скоро я вновь откроюсь. И тогда я проведу специальную акцию. Скидка Учидором 50%. О, бухло. Я решил стать простым искателем сокровищ. Я сообщу тебе, если что-нибудь найду. А где Чили? О! Сердежко. Нет. Ясно. Но это, скорее всего, будет у нас стамина. Бог Учидор ты стал сильнее. Если ты поднимешься в храм на холме, может, сможешь помочь той бедной девице. Пока закрыто. Как же нам эти идеальные чили? Действительно. Касса Крэшерс. Блин, второй раз это пока отвижу и до сих пор ору. Сиерра. Ой, там высоко. Не, не достану. Все верно, цыпленочек. Я просто неодушевленный предмет. Еще чуть ближе. Это зерно на земле выглядит вкусненько. Ось. Эй, ты его спугнул. Многозначительное молчание. На что-то уставился. Прости, мне всегда было такой неприятный альмекс головы. Раньше у меня были альмекские братья, но теперь они разбросаны по миру. Если ты найдешь кого-нибудь из них, то сможешь телепортироваться ко мне.
Да, адьос отсюда. Храм дождя. Сундук. Есть? Прием, думаю. Качаю. Здрасте. Стой, 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 стой. Придержи коней. Ты направляешься в храм? Я только что оттуда. Поверь мне тебе, не стоит туда идти. Демоны появляются из воздуха. И клянусь, я ненароком видел мир мертвых. Я едва остался жив. Кстати, когда я уходил, храм закрылся. Так что я не знаю, как ты планируешь туда попасть. Опа, в косяк. Вжух! Ты! Вот как это работает. Хипе! Хипе! Так, сколько? На писечку прибавилось. Прям чуть-чуть-чуть. Привет. А вот это да, кто он? Стоп. Это тот самый учидор-здоровяк, о котором говорил Югар Хавье? Похоже, он молчал о главном. Что? Что не так? Чё ты ржёшь? Привет, Мельвин. Чё он ржёт надо мной? Как думаете, она устанет? Походу нет. Че ты ржешь? Ах, учитель, расслабься. Полагаю, ты ищешь колоку? Он ушел с факелом, и той девка готовится к церемонии. Вместо того, чтобы разыскать их, мы могли бы с тобой немного повеселиться. Бам! Никакого эффекта. Что ж, если мы еще встретимся, может, уделю тебе внимание. Но пока питомец Калаки Алибрихи зовет меня. Ему одиноко и нужно немножко... настоящей... звериной... ласки. Гага, двусмысленный намек. А лучше у нас гость. Пожалуйста, устройте ему горячий прием. Чё, чё? Воу-воу-воу, тихо. Кого? Это Гуакамелия. Что-то есть. Блин. А,
Где двусмысленный намек? Потому что она двусмысленная. А вообще она из мира мертвых, она немножечко не живая. Что не скажешь о ее формах. Оу. Походи. Ой, сундук. Ага. А. Блин. Хочу. Да блин. Кстати, могла, если бы нормально прожала. Действительно. А! Далеко. А! Почти. Блин, серьезно? Обидка. Во. Во как могу. Это я пока не могу ломать. Не, мне кажется, потом будет возможность карабкаться. Так, это что? А-а-а, прикольно. Что здесь? Здрасте. Нотик, привет. Да, не на отсек, не совсем. Тут просто праздник мертвых, все дела. Мариворовка Евной. Прям в восторге. Я жду субботу, чтобы еще покатать с ребятами. Та-та-та-та-та-та. Что ли, я выбрала травму? Купи-купи. Но главное, чтобы с кем-то играть. Одному это не так будет. Мы вообще так орали в субботу. Там, получается, наткнулись на остров, где было извержение вулкана Саны, и мы не успели ничего NPC напродавать из того, что мы залутали из сокровищ. Успели нарваться на Мегалодона. Успели нарваться на ивент, когда тебя обходят два корабля Саны, и тебе нужно как-то отстреливаться.
был корабль-призрак. Были золотые скелеты. А, и напоследок еще был кракен. Сан и кракен все заруинил. Он просто взял и изничтожил наш корабль. Но это только Мельвин. Че, каковы мои шансы? А. Кек. Ты угодник, чувак, ну зачем тебе ломать мою статую, че за? Это моя статуя, чувак. Ладно, пора научить ее новому движению, полученное за эту статую. За этот приемчик козлиный прыжок. Да, просто нажми А, прикосновение стены для козлиного прыжка. Друзья, говорили мне назвать это движение прыжок от стены, но в этом названии недостаточно козлиного. Джампы. Правда, он очень странный. А, это я заруинила с управлением. Ой. Мама? А. О. А я помру, если сейчас пойду сюда? Да. Эй, приятель, если скучаешь на стене, прижмись к ней, чтобы удержаться. А, нифига ты не сползаешь? Что я сделала? В лиге просто сияться с тобой. Ну иди в свою лигу. Ну, ты начал драку. Блин, а я так не могу, да? Ах ты, пися. Как я это сделаю? Так и знала, что здесь какая-то подстава. А, нашла. Сердечко.
Зачем увольняться? Ой! Ну, я к тому, что сейчас только-только наладила ситуацию у вас. Наверное, да? А, тогда нужно сначала найти работу по специальности, а потом уже увольняться с того места, где ты сейчас, чтобы у тебя была подушка. Лежит, обнимает этот. Ломание желтых блоков? Через игры? Раздуй все по цветам. Чувак, ну правда, прекрати ломать мои вещи. Серьезно. Неважно. Ранучите Тарану Альмека. Припустим, нажми Б стой на месте, чтобы отправить их скелетов очень высоко. Первый ли, пока я не нашел твою мать. Ой, я наверх еще не ходила. Ну, вправо, имеется в виду. Так, а что еще есть? Тут все. Воу! О, деньги. Значит, я возьму. Я возьму суплекс. Ой. О, там, кажется, есть тени. Сисяй. Пошел сюда. Пшу. Скелет добит. Еще одна ячейка. О, хорош. Привет, Мадмин.
5000. Фига мне монеток. Хорошо, посмотрю. Блин, тут столько мест не засвечено. Блин. Блин, по-моему, мне сюда и надо, да? О, телепорт! Там и масс по-российски. Вот это я хорош. Потому что еще ВКшки не смотрела. Поэтому не факт, что он по-российски. Как хорошо это сейчас было. Вентус. Хорош. Блин. А! А я, наверное, куда надо иду, да? Блин, тут я не могу пройти. Риски бупс, да. Mm-hmm.
Ради Топс вообще клёво, на самом деле. Милен, потому что это скелеты из мира мертвых. Мир мертвых не подчиняется миру живых. А, по сюжету иду. Стоямба. Теперь не уйду отсюда, блин. Так они в разных плоскостях тоже есть. Тут порталы в мир живых и в мир мертвых. Некоторые скелеты в мир мертвых, другие в мир живых. Кидают они ментальные кости. Йоу. Лучадор. Ты поблизости не видел Алибрихи? Он крупный, пестрый. Выглядит как помесь рыбы и змеи. Он размером с дом. А, ты прячешь его, Лучадор. Каждую секунду моих поисков Калака пороет на дне с этой женственной серой. Сбагойся. Многозначительное молчание. Прости, что тебе пришлось все это увидеть, Лучадор. Пойду найду этого глупого Алибрихи. Может, при следующей встрече мы станцуем страстное танго. Ой, фак. Здрасте. Ой. А как так-то? Бей уже. На самом деле, соглашусь, тут нет законов физики. Ты это потом поймешь. Увидишь. А чё я туплю-то? Алло! Алло, кто-нибудь, помогите мне. Алло. Ой. Вот. А, ну это просто обходной путь, что ли, был. А чё я туплю-то так? Ой! Старфокс, Некс, Пекс, Пекс. Привет. А, Милен, причем вживую, да? С учетом того, что я под антибиотиками, вполне возможно, что я могу так гнать. Оба. А! Ага.
А, мне не обязательно его? А, нет, надо. Пошел. Ой. Вот. Просто не разбила кувшин, с которой вывалился с самой секунды. На выходных, кстати, скидончики хорошие были. Я взяла себе Invictus Virtus. Думала, может, даже сегодня запустить ее. Но решила, что не стоит, потому что на эту игру нужно больше народу, чтобы было в онлайне, чтобы все покекали. Здорово! Уан! Похоже, Калка провел здесь церемонию, но ты все пропустил. Интересно, куда они пошли? Может, тебе стоит вернуться в Санта-Учит и поискать подсказки? А. Что и кто это было? У меня плохое предчувствие. Быстрее уходим отсюда! Фак, бежать. А. Пока. Отпенд от меня. Ой, зачем я его стала бить? Так вот, Invictus Virtus. Игра про то, что ты волшебник. И все заклинания, которые ты должен кастовать, ты произносишь своим голосом. То есть, если тебе нужен свет, ты такой люметиаль для того, чтобы зажегся свет. Подобные. А если ты шепеляешь твои проблемы, от этого становится игра смешнее, на самом деле. На отчет, кстати, прикольные стримы были у Дениса ВЛГ. У него почему-то игра не хотела распознавать его нормально. Голос его. Топор. О, это отсылка на Марио. Это отсылка на Марио. Да-да-да. Дец Ван Бигато Фрито. Извини, Учидорн, ты обратился в другом замке. Коза. Замки с моим парнем Калакой. Ага. С тех пор, как дочь эльф-президента появилась на сцене, отношения с Калкой разрушились. А теперь ты пришел, убил его питомца Алебрихе. Алебрихе, о котором заботилась я! А.
Его убила тебя на месте, Очидор. Мне нужно добраться до этой стервы. И отвоевать мужчину. Шу! И хоба! Сердежка. Нокс энд Грэнис. Что за ачивка? Коток, привет. Ммм, 100% айтмов в этой локации. Ой-е-е. Хватит так смотреть на меня. Наверное, ты думаешь, как круто, что ты нашел другого Альмека? Могу вернуть тебя в город быстрее, чем ты моргнешь. Уж поверь мне. Погоди. Хотя давай. Так точно, хомбре. Никаких жидкостей больше 3 унций. Я кое-что проверю. Просто 100% найденных предметов не факт, не всегда равняется 100% карты. А я не засвечу, да? Эх, ну ладно. Вот, поэтому нужно будет как-нибудь поиграть. Я вообще насобирала вчера, на сколько рублей, на 800, что ли? Вчера. В субботу. Игр. По распродаже. Единственное, я не взяла, к сожалению, Unravel 1-2. Они там за 500 рублей идут. Ну, классная. Казалось. Так, там... Что есть-то интересного? Определённо дверь нужно зайти. А там, наверное, бар... А, да, бар открылся, да. Ну, здорово! Бармен! Бармен! Кого здесь застрелили, чтобы не обслужили? Эй, парень, ты принес мне такие? Что это? Какая-то шутка? Бга-га, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Еще один лучидор напрашивается, чтобы ее поджарили, как мерзкую яичницу, которую здесь подают на обед. Бармен! Ох, черт, а головная боль. Сухой закон был отстоем еще при моей жизни. Я бы остался мертвым, если бы знал, что это все, что есть в настоящем. Должен уже удирать. Что ты от меня все-таки хочешь? Между прочим, чтобы ты знал, я был проклят дьяволом, и мою голову полностью поглотило пламя. Я думал, сожжение людей заживо в моей прошлой жизни поможет смерти. Но, очевидно, он комплексует, помогая страждущим. Или комплексовал, пока Калак не убил ту индейку. И у меня нет способа разбить проклятие. Но, как и в жизни, немного спиртного смягчает твои страдания. Понимаешь, в аду нет духов. Иногда завершится слияние миров, как же потечет огненная вода.
Затроллили. Ты вызываешь смех у Чадор. Я потратил на тебя слишком много времени. Это похмелье все хуже и хуже, и не собираюсь жариться в пустыне весь день. Пропустишь со мной на прощание? Пью. Пью. Да ладно, патронов больше нет? Пью. Пью. Судьба пощадила тебя, Лучидор, но я уверяю, что грядущая расплата заставит тебя в этом пожалеть. Поощрили в жопу. Вот, купи себе выпить. Тебе нужно отдохнуть здесь, в городе. Уверяю, что в пустыне нет ничего интересного. О, он мне дал бабла? Тэйш. Добро пожаловать, здесь я живу с моей коллекцией бочек под охраной бара. Ужас, ужас. Нет, бочка. Упс. А. А пол-то скользкий. Тебе. Пам. Кстати, кажется, я еще хэппи насобирала себе. Вот она что. Там Макрель, факел только что сделал огромную преграду на пути в пустыню. Плакал мой отпуск. Ну, он хотя бы ушел. Многозначительное молчание. Похоже, путь через пустыню перекрыт. Я знаю другой путь, через лес. Хотя я не надеялась никогда туда не вернуться. Пошли к каналу. Погоди. У нас там бочки. Зейша. Понял, да? Вот как могу. Я всех зачистила. Ха. Но там внизу я не могу пройти, потому что я слишком большая. Я слишком мужик. О, походи. Там мой сенсей. Мне нужно к нему сходить сначала. Блин, где? Наверху, да? Не здесь. Блин, а где мой дадзё? Я не помню. О, здрасте. Мой брат и мерзкая привычка оказывается в невероятных ситуациях. Это чрезвычайно огорчает нашу семью. Он снова пропал, но где-то поблизости, клянусь, что слышу его. Если найдете, скажите мне. Эй. Если вы умеете ходить через стены, это было бы классно. Не умею. О, дадзё. В
Привет, Нозитрак. Расписание для тебя в верхнем правом углу написано ИЧ. Нажм. Да-да-да. Да, просто... Да, давай. А, я могу так делать? Фак. Блин, не то сделал. Во. Рано. Да, алло. Так, давай этот, тот угол. Фак. А почему я промахиваюсь-то? С той стороны. Хорошо играешь? Не. Да, алло. Да, алло. Да почему? А сейчас ни за чего просто. Найс. Яйца восходны. Бабосики. Может только рост специальности будет, что ты хочешь, что ты ждешь, чтобы попасть по специальности. Ась. В пустыне, да? Если на настройку лет надо найти работу. Нужен опыт. А платный прием у дантиста сколько стоит? Может, здесь кто-нибудь есть уже? Нет. Да, реально нету. А что у тебя с дёснами? А, там пилы были? Блин. Я не увидела. Опустились? Ну, это не настолько критично. Думаю. Если 10к баксов, то это жесть. Если 10к рублей, это дешево.
Эльдар, это я. Ой, чего? В мою хижину. Живо. Нас ждет работа. Да я дойду сама. Блин. Да, только начала. 2 часа почти. Заходим в секретный тринитарий. Его не используя годами. Возможно, придется встретиться с пауками. Сюда. Ты мне разрешаешь бить свою статую? Серьезно? Офигеть. Серьезно? Ты прошел в чужой дом и сломал самый большой объект в комнате? Я знаю, что ты становишься сильнее, Ошидор, но я не чувствую интенсию. Сила, полученная из этой статуи, поможет тебе разгуляться. Позволь представить. Эль Интенсо. Видишь, что пустую скалу наверху? Это твоя шкала Интенсо. Следи за ней. Она подскажет, когда ты готов выпустить свою силу. Ульту тебя взяла? Засани эту разрушенную Интенсо Алуша. Его разрывает от энергии. Что я могу пустить ее? О, кстати, у меня прям это. Прям мощь и сила. Неплохо, да? Зря того, что пришел тебе и дал мгновенный прирост энергии. Я тебе позволю показать, как ее управлять. Я заполню твою шкалу. Так. Четыре, пять, по-моему, плюс чек на десна. Ну, жесть. Что тебе нужно делать комната врага, чтобы заполнить шкалу. Она заполнится. Отвернуть стат, нажми L3, выпустили интенсию. Так. Фига, у меня маска клевая. Эй, полегче, приятель. Мы растренировались. Не забывай, что ты всегда можешь отключить или интенс, снова нажав на стики. При каждом включении ты также получаешь бонусы здоровья и силы. Ну, пока хватит. Используй мой тайный выход вон там, чтобы попасть в канал. Стараюсь как не выпустить весь этот гнев. Да уж. Интенсо. Вот где. Так, я могу желтый блок разбить, могу красный блок разбить. И там красный блок могу разбить. А могу вот сюда сходить. По-быстрому. Вот сбегаем. Ай. Далее. А что ты хочешь мне сказать? А. Нажала. Тихий рак. До упора это было. Кстати, могу купить грейд. Убивание щитов.
Вот это, мне кажется, классная штука. Захил. Что это? Уа! Блин, немножечко не хватило. Так, синюю я пока не умею. Да, не могу. Блин, там зеленый блок. Значит, не смогу все-таки. Так, ладно. В обход. Значит, я пока умею только половину блоков разбивать. Вот, смогу выйти? О, здорово. Ай-сяй. Далее. Блин, не могу. Может, это путь снизу? Там где-нибудь будет переключатель. Оба. Так. О, здорово. Ядрить. Как успел это нажать? Не хочу школу интенс юзать. Сейчас можно, в принципе. Нормас. Так. Так, ну погнали. Ой. Задумалась. Рысь крабов. Забавно. Ты-ты-ты-ты-ты. Шесть.
это было норм. А там довольно много чего должно быть, кстати. Сколько? 0% локация. Оказывается, локации показываются. Проценту я не увидела до этого. Даже этот золотым показывает, где я себя собрала. Господи. Там на втором компе просто... Он... Ожил, и там стримчатский чей-то пошел, я аж испугалась, думаю, что за голоса. Привет, Вальдемар. Вульдур-мур-пурдур! Ну, сейчас второй опять играем. Драйте. Опять падать. А нет. О! А чё он прям болотно-зелёный такой? Чё, тут две волны всего? Это выход. О! Йо. Эй, приятель, если скучаешь на стене, прижмись к ней, чтобы удержаться. Ну, 3 минуты назад было утро еще, но сейчас уже полдень. Еще фиолетовые блоки будут, получается. Дела еще сломала. Блин. Нет, не залезаю. Жалко. Ай. На тоненького просто пропрыгала. На тоненького. Ясно. Не нашел выход. Чего мне не так странно засветилось? Сейчас
Скорее всего, это помещение кислоты. Ю! Жук! Как так-то? А я. Поехали. Комбайнер. Да. Мою камбуку сбили. Она была такая клевая. Сто 130 комбо. Скелеты, думаете, что сможете подняться там наверх? Не мечтайте. Получайте. Пускай бомба. Алло. Не-не-не-не-не-не-не. Подожди-ка, ты не похож на этих скелетов? Как ты здесь оказался? Подожди, я помогу. А зачем ты мне все расскажешь? Давай. О, досочки. Секу. Хочу ачивку чекнуть. 125 хит-комбо. Еее, бой. Какой максимум? 200. Не набила. Я могла бы, кстати. Прости. Прости за петарды, амиго. Сейчас моя смена, я немного нервничаю. Мы перекрыли всю деревню и без боя не сдадимся. Раз ты не из-за их скелетов, то тебе здесь рады. Что насчет меня, я останусь на страже. Всегда на чеку. Никогда не моргаю. Никогда не сплю. Сон. Так смотрит на тебя. Тебе, типа, нравится думать про жизни, ну, разные. Я не знал, что ее мать, она умерла. Думаю, она бы гордилась, но где бы не была. Может, она играет с моим псом Ферлайса. Многозначительное молчание. Ферлайс тоже умер. А, кстати, чего? Я сказала отцу, что помогу ему по дому, но на посту. Скажи ему, что я буду позже. Не смотри на меня. Не надо на меня смотреть. Страшно. Я совсем забыла, что мой сын на посту. В смысле, ты можешь помочь старику, если хочешь? Ха-ха.
Ну да, творится рачи война с владения. Пока все не вышли из-под контроля, раздели их, чтобы вернуть мир в Микаса. Давай, я открою тебе дверь. А. Алло, ты куда? Козлина! Все, найс. Пара-пара-па-пам. Ты закончил сортировку. Maravilloso. Спасибо огромное. Теперь я снова смогу ходить по дому. ХП? ХП! Так. Ау! Ау-ау! Санта Юна Флорес. Пор Кванта Селегран Селин Линда Лос Куразонес. Не пой, женщина. Мне чудесно пахнет, правда? Вдохни погуже, здоровяк. Это запах оптимизма. Подожди. Это вчерашняя тилапия, забудь. Это тяжелые времена. Нам перепрыгнем обратно. Мы рейтили сбежали от извергающегося вулкана. Вот это было тяжело. К счастью, храбрая Джозефина спасла всех. О! А, это ХП восполнить. Смех. Так, секу. Позволь рассказать легенду про Трио де ла Муэрте. Легенда гласит, что они обречены вечно собирать кости, чтобы оживить мертвого кузена. Ауф. Иногда ночью можно услышать их на ветру. Педро! Педро! Не мурашки от этой истории. Педро! Эта баррикада должна сработать. Ни один скелет не посмеет подойти близко. Если посмеет, то получит салат из тумаков. Компадре. О. Это интересно. Телепорт. Телепорт всегда хорошо. Не хочу. В другой раз. Да. Ухожу. Мухожук. Я. Тебе возник проблема с перемещением. Когда Ниже захватила другую часть города, нам пришлось уничтожить все старые мосты. Скелеты не умеют прыгать. Да они умеют спрыгивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не прицепляюсь, получается? Но реально не зацепляются. Письки. Пацаны. Пацаны вообще, пацаны. Ёп. Вот тогда еще ребенком, но я помню день вулкана. Я смотрел, как мой дом смыла река огня, а затем уже появилась она и вытащила меня. Сестрики постоянно говорят о ней. Она подняла тревогу, раздавала приказы, толкала наши лодки от берега, даже когда я поглотила лаву. И мы уж позаботились, чтобы молодежь знала, как мы ведем дела. Вот почему скелетов нет и шансов в нашем канале.
Уверен, она бы гордилась нами, если бы я только смог снова взглянуть ей в глаза, не мог бы сказать спасибо. Никогда не думала, что вернусь сюда. Однако я рада этому. Многозначительное молчание. Ладно, ладно, нам пора идти. Блин, это она была. Чего? Без работы выгоняют, да? Сундук-дук-дук. Слушай, я сейчас приду. Еще быстренько сбегать. Где? А, это вот здесь прям. Настя пока не могу взять, да. Что здесь? Не знаю, что здесь. Но мы сюда сходим. По-бырому. Блин, сама себя переиграла. Ой, а что это за чуваки? Ой, хорош. Может, я туда, куда надо, то? Я скажу, что я скиллуху найду. Ах ты, пися. Вот сейчас обидно было. О. Блин, я бы здесь поднялась как раз таки. Так, я вышла куда мне надо, блин. О, так это же я сейчас скилл выучу. Еее, зеленый скилл. Вжу хоть в пол. Я знали, хожу в медика. О. Да уж, тут словно свалка была.
Ого, теперь ты точно свалка? Тебя типа полотенце или типа того? Нет, нету. Ну, это движение вполне подойдет. Мой личный бросок лягушки закрушит все, что под тобой. Например, скелетов по всем бедному городу. Или еще куча всего другого, что не относится к твоим статуям. Даже не... Ага. Логично. Фрог слэм. А чё придурок-то? Козёл. А сколько бабосиков? 9700. Маля. Тыщ. Жук. Блин, тут нужен переключатель. Ядрить постав, постав. Алло. Нечестно. Вторая смерть. Оказывается, пиво ваншотует. На! В смысле? Угу. Почти. Козёл. Сюда иди. Да почему я туда гоняю? Да почему опять я в пилы-то падаю? Алло, какие перекаты в пилы? Я, кстати, слышала, да, что будут снимать ограничения. Мне это казалось немножко странным. Козёль. Все. И это было все. Вот обидка. Блин, это выход оттуда. Ты. Блин.
Если наш не задохнется под водой. Нифига. А я обошла почти. Если я правильно понимаю, я потом смогу переключать. Вжу-вжу. Смогу переключать реальности с пилюхой. С пилюхой! Ну, сюда хотела сходить. А, норм. Допустим. Да, все правильно. А как сюда попасть? Отсюда, что ли, откуда-то? Вход, да. Атмосфера? Вжу. О, какой классный лоб. Уверен, так ключи идеально мне подойдет. Идиот. Что нужно искать? Так это новый череп. А тут работа. Нет, нет, это наша куча костей. Жди, пока мы с ней не закончим. Что? Этот человек из плоти явно не интересуется кучей костей. Наверное, тут паршивец, что разрушает наше прекрасное творение. Ха, ему не сравнится с скелетами-мутантами, над которыми мы работаем в нашей суперсекретной лаборатории в Вулкане, в которую можно попасть только с Сьерры. Заткнись, дурак. Слушай, человек из мяса, мы ничего не имеем против дышащих воздухом. Но за доставку 10 тысяч скелетов Калака обещал воскресить большой член нашей группы, Педро. Ах, Педро. Такой красивый, нежный голос, волшебные пальцы. Жестокая судьба почему-то украла его у нас. К тому же у нас не было запевалы лучше. После его смерти мы стали ужасным трио. Были Кампо Санта Куатро, известные повсюду. Когда я закрываю глаза, я все еще чувствую энергию толпы и слышу бой барабанов. Да. Я тоже слышу барабаны. Дурак. Я сказал отправить битбоксеров в рыбацкую деревню. Я пытался, но они постоянно разворачивались обратно. Это спасательная миссия, полная катастрофа. Прощай, парень из кожи, я оставляю тебя в хороших руках. Пха! Маленький енотик. А я... А, ясно. Thank you.
А я. Просто по жопе. Ой. Оглушение, думаю, взять. Да, правильно, иду. Симулятор козла. Так, у меня что, палка летела какая-то? Прокачай уже, козёль. Блин, я думала, успею отойти. Эту проход открою, наверное. Или это не проход? Проход, проход. Я права. Ой, сейчас, наверное, реальность научусь переключать, да? Или просто переключать, или здесь есть где-то? Там сундук. Пикадегальо. Добро пожаловать в компасант, незнакомец. Точнее, то, что осталось от компасанта. Здесь никого не осталось. Теперь же еще извержение давно переехали в канал. А что ты тут делаешь, дядь? Ремерку здесь можно что-то сделать. Зато стоит статуя ее. Статуя волевой женщины. Вот она. Это место сильно изменилось с большого обновления. Многозначительное молчание. Сильно изменилось. Кажется, это было давным-давно. Ладно. Путь пустыни идет через эту хижину. Нам еще нужно спасти весь мир. Вперед! Какие у нее сиси классные. Пам-пара-па-пам.
Дрить мы в канализации. Пустыня там. Раскаленная пустыня. Мне кажется, здесь мы чили найдем. Йоп. Нет. Во сколько? 12:36. Ну, еще времечко есть, на самом деле. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Блин. Санта Лючита. О! Ясно. Проход нахрен завален. Блин, я пузом это делаю, я пузом ломаю. Ясно. Блин. Ай. Фак. Да, механика с ними странная. А вот и ссылка на финалку с кактуарами. Не пойдет туда, но я быстренько такой рот сгоняю. Блин. А, это путь назад. Я научусь уходить. Уходя, уходить. Шахты какие-то. Блин, там что, проход закрыт наверху? Я считаю, да. А еще пью водичку. Рин-рин, приветик. Да, это еще одно метроидвания. Блин, а я сюда не смогу залезть сюда. Высоко. Thank you.
Еще одна волна. Нет? Ну ладно. Ой, лол. А я всего лишь хотел залезть. Сюда иди. Процент возврата? Чё? Пыщ. Так, там я тоже не могу еще залезть обходным путищем. Как мне тут грамотно сделать-то? О! Да еще. Ясно. В принципе, по обилкам. Блин, там наверняка что-то есть. Хочу взять. Восемь сорок пять. 12:39. Где работает? Сорян. 12:45, да. У меня почему-то в телефоне время некорректно обратилось.
Ну, пособия же выдают в связи с определенными обстоятельствами. Так. Кто идет? А ты ж табай? Я тебя слышу, если что. Кто? Ой, что-то много бочек, которые вот эту штуку дают. Босс файт, что ли, будет сейчас? Давай, штабай, выпусти меня отсюда. Ты не обязан делать это. А. Да, алло. Норм? Нет? Рип. Это жизнь какая-то. Угу. Говно. Так красиво сейчас было. Нормально. Лучидор, я... Стой, неужели? Хуан? Хуан, карамба, Хуан, я думала, ты мертв. Хуан, я так рада, что ты жив. Я так долго рыдала, пока думала, что Калка тебя убил, и смотри, теперь я опять рыдаю. Это не она. Давай, ты же слез. Быстрее, Хуан, помоги мне выбраться, пока не вернулась безумная любовница Калки. Не так быстро. Или все-таки она? Бгагашка-гага. Ну, что-то, как сирота кабачу, ты захотелся прямо в мою ловушку. Ха-ха-ха. Я не понимаю, почему твой плотник гниет. Я отправила тебя в мир мертвых. Но это все равно не важно. Будь паникой, стой смирно, ладно? Мне нужно освежиться, чтобы идеально выглядеть, когда я представлю Калке новый подарок. Ты не на себя. В ванной пещере. Мечты недостижимы, либо безответны. Какой из тебя лучидор? Возможно, тебе стоит использовать этот шанс и обдумать свою никчемную жизнь. Вон та Алёшка.
А, ну уж тогда секс была. Пора просыпаться, Лучидор. Значит, этот парень бил моего Алебрихе. Какое разочарование. Видишь, я же сказала, что поймала его калки. Это не моя вина, это он виноват. Да, сварим его раскаленной лаве. Давай. Тихо. Будешь говорить, когда я разрешу. Теперь марш в вонючую гнющую дыру в полоблучья, пока снова не позову. Может, тогда я забуду, что ты отвечала за моего питомца, когда его убили. Но я... не. Ушла. Теперь Лучидор. Я могу уничтожить тебя сейчас, но это слишком легко. Нет, трусливый убийца зверей заслуживает трусливого тела. О, прощай, парень. Да будет твоя смерть так же проста, как и жизнь. Холла Пауа! Какой? Все, Мелин всю веселуху пропустил. Какой? 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 Жук. Ой. Чё, братан, ну чё, у меня есть чё. Здесь нельзя? Жжжж. О, они. Какое? Какое? Ядро тебя пролетело прям. О! Ой. Пошара. Какое? Мама! Суицидники! Студентики самоубиваются! Кукуа! Кукуа! Мама! Какое? Ой, чё тут? Кукуа. Ой. Кукуа. Пописки тебя. Ая. Боевая курица! Во! Помогите! Просто здесь.
Ну, привет. Я тебя ждал. Не гадай, кто я, просто скажем, что я сильно заинтересован в том, чтобы ты испортил план Калаки. Понимаешь, на собой схоже проклятие. Типа я зло, я могу научить тебя прощаться с человеком. Тебе всего лишь надо закрыть глаза, три раза ударить шпорой о шпору и подумать про себя. Лучше дур внутри, освободись. Что, не работает? Ладно, так я просто жми ЛБ и закончу с этим. Полопава. Йо, превосходно. Почему я не стала человеком? Ты серьезно? Что, пихать хлеб в мое милое лицо, пока не вернусь в пыльную землю? Я должен сохранять образ. Я был занят слежкой за Калакой и его бандой. Видимо, ее удержимость той серии Эли Президента зашла слишком далеко. Видимо, рыдание заглушает даже песни Адель, постоянно играющую в голове штаба в Куабучу. Возможно, если ты поговоришь с ней, то она расскажет про Калаку. Видимо, сейчас она не особо довольна. Не туда, гений. Иди искать штаба в Куабучу. Не забудь об этой превращении. Так быстрее. Ку-ку. Ку-ку. Пока. Пока. А! Я не могу их обойти? Серьезно? Походу реально не могу пока что. Я только сейчас увидел, что там ладошки скелетов. А, я же сейчас в другом мире. Я же могу здесь пройти. Ой, кек, о, чебурек. Так, это еще одна проходка. Я, в принципе, хочу сюда сбегать быстренько. Хотя там же проход открыт теперь. Вуалалка. Там же теперь открыт проход. Блять, мурашки от этих за скелетов. Ну-ка. Так, как она выглядит в этом мире? О, кстати, где там детишки, которые играют? А их нету? По-моему, мир живых и мир мертвых не имеет ничего общего. Это не закончится хорошо, ни за что. Бегу стакалыка. То есть я смогу освободить чувака. С каждым мгновением миры живых и мертвых соединяются воедино. Должен быть какой-то способ остановить это. К
Куда ни взглянешь, в городе повсюду изображение Калаки. Неужели он считает, что владеет этим местом? Ой, этот пацан... Чувак, откуда, не помните? Из игры это ж какой-то. Ой, обухающего чувака нету. Грим, точно. Угу. Довольно сложно играть на трубе, не имея легких. А еще труднее устроить здесь концерт. Да, Чучадор. Ты не просто ржешь за свой мир. Ты борешься за наш мир тоже. Скалка победит, пройдет конец всем нам. О! Ку-ку. Congratulations, you successfully identified and scanned QR code. Great job. Dreambox Studios. Все болит. О. Битка. Да, это все, енот, это все. Читаешь QR код, тебе пишет congratulations. День мертвых? Это мир мертвых. Вы в мире мертвых, сеньор? И с миром определенно что-то не так в последнее время. Обитатели этого мира страшатся планов Калаки так же, как и обитатели мира живых. А ты возьми, не спойлери. Прям будь мужиком. Взял, не заспойлерил. Санта Лучита, Санта Лучита, ты. Блин, а я хотела куда сходить? Ладно, не суть. Во! Ха-ха-ха. О. Ой.
Вот так могу. Спасибо за охоту, бочка. Хоба. Да фак. Да фак. Что сделала? А, я что-то на время взяла. Да, что-то на время. А чё, я хочу повторить. А чё это сделало-то? Ладно. Блин, почти. Да алло. Не хотела игра мне делать. Не хотела. Так, что еще есть? Тут проходит. Сюда можно, кстати, сходить. Там еще желтый проход есть. Здрасте. Уа. Ты ж. Блин, бабосики. Не. Хорош. Что еще есть? Мне в канал надо еще сходить, на самом деле бы.
А зачем мне сюда? Сюда. Ой, мам. Хорош. Like a boss. О. Бабосики. До красной я, наверное, не дотяну. Ядрить я шорткат себе сделала. Ой! Ой, чувак там самоубийца. Самоубился. А нет, слушай, не достала. Хорош. Ахахахаха. 4, да? Норм. До 10? О, хорош. Так я сначала до канала сгоняю. О, Рэй, привет. Да, я что-то это не захотела в итоге в Гуакамель поиграть. Каефная. Только вот недавно начали. Ну как недавно, 3 часа назад? Я хочу в этом режиме. Добраться до этого места. Канале. О, а чё я туплю? Уходим. Ступаем к холмам. До свидания. До свидания. Ну, он прикольный, реально. Мне прям нравится. О, я могу наверх сходить. Дополнение. Хорошо, я по миру мертвых шастаю. Ай! Ратати, ратата, привет! Тихо, тихо! Да, я могу пройти теперь. Блин, криво. Да, алло. Зараза. О, хорош. Бабосиков насыпало. Нормально. Угу. Так, и я хочу вот. Вот сюда сгонять. Вот именно вот в эту частичку. Ну, игра крутая.
Да, мне кажется, тут жестяк вообще. Я на самом деле не знаю, как тут реализовано. Это сплитскрином идет или же у каждого свой экран. Мне кажется, если все на одном экране, это жестко. Слишком жестко. Ай-яй-яй. Куда я спешу? Здорово. Да, зараза. Пойдем. Вот там наверху какое-то говно. Погодите. А, нет, это фонарь. Ладно. Во, вот сюда хотел. Можно я прыгну? Сюда. Хорош. ХП? ХП. На одном экране, это жесть. Там же есть дальше обилка, которая позволяет перелетать большие расстояния. Мне кажется, это вообще жестко, если на одном экране это все делать. Так. Может, я смогу вот отсюда взять? А, рано. Криво прыгнула. Вот. Все классно, да? Не. Не достану. Там больше, по-моему, нигде нет таких мест. Вон можно курицу сгонять. Но, в принципе, все, что хотел я здесь реализовать. Может, здесь еще только. Куда-то проверим. Да, я не помню. Да пошел ты. О, хорош. Так. Нормально, прыгаем. Вот здесь, да? Да, на этом. Не зря пошла, что ли? Или зря? Фак! Не, все-таки зря. Да, все-таки зря. Ну ладно, я пропрыгала. Я могу это сделать. Это плюс. Так полит от меня. Что там? Тогда можно просто сейчас... О, сюда можно... Блин, ну погнали. Здесь могу слезть? Козёл, я только хотела прыгнуть. Козёл? Пошёл сюда. Спилась. Мне в каком-то месте я пыталась так запрыгнуть. У меня не хотел склеться к стенке. Лиза приехала. Ура. Травляшки. Козёль. Пошёл ты. Во. А я не могу ничего сделать с этой штукой. Так, а вон еще там можно. Хотя мы тут не доберемся, скорее всего, не залезем.
А остальные можно... А, вон еще. Уже хочется побегать-то, ну. У нас времечко не так уж много осталось. Уже работать скоро идти. Таблетки пить перед этим. О, не-не-не, я не залезу. Это надо лететь будет. Так. Зачем так? За что? Снова заболела? Я же ходила к лору на прошлой неделе. У меня... Что я тебе скажу? Острый верхний челюстной синусит. Ну, фактически, с учетом того, что это... вот эти вот носовые пазухи. Это гайморит. Поэтому приходится лечиться. Я на антибиотиках, которые у меня просто мозг выносят. На самом деле. Там побочки трешовые. Из-за того, что нельзя антибиотики на пенициллине. Это сильно. Так я же переехала. Поэтому стрим доработает в норме вещей у меня теперь. Я переехала так, что у меня сейчас время, сейчас я скажу, 1:24. Дня, конечно же. Да, если бы было все так просто, Инут. Да, алло, нельзя запрыгнуть, что ли, так? Во. Блин, надо было на обратном пути так сделать. Теперь опять бежать. Не прорабатывай на стримах. А на работе. Рвать экран, не работает. У меня такая работа, что она в карантине даже работает. Я же на дистанционке. Удаленке. А, нет, все равно не доезжает. Лол. Прям чуть-чуточки не хватает. Так, где? Где там куриный проход? Вот тут. Ко. Все, теперь можно, во-первых, что-то можно купить там. Щиты. Щит хорошо, если он будет... А что по костюму? Мне дофига бабла. Так, а для нее костюмы, да, тоже расшариваются, норм. Финкс, привет. Па-пара-пара-пам. Так, ну все, теперь надо вернуться. Вот теперь надо вернуться. А чё тут дверь показывает? Пам-пам-пам. Давай через статую пойдем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Да, алло. Пусти. Спасибо. Эх, универская жизнь. Как давно это было? Блин, до головы тоже далеко идти, на самом деле. Проще обратно дойти. Вот захотелось, называется, дойти сюда. Здесь не пройти. Нет, детсад нет. Детсад нет, потому что там вонючий кисель из сухофруктов. Тормоз. Которым ты пахнешь потом неделю. Фу, кисель уж говорю. Компот. Не кисель. О! Фак. А было бы красиво, если бы прошло. Не, кстати, в школе нормально было. О, а что ты покоцанный? Я тебя бить начала, что ли? Хорошо. Я уже успела просто забыть. Такой факт, который у меня из головы просто улетучился сразу. Так, нормас, добежали. Наверх, вот сюда можно пройти, зеленую часть. Ой. Какой факт? Ты чё, минут? Не тренирую, сейчас лучше. Ну такое. Я, конечно, из-за работы денежка нормальная, но 6 через 1, хоть и удаленка, по 10-11 часов. А иногда и без выходных. Я бы в шкалку походила. Так. Хоба. Так. Нормально. Ходим. Да, алло. Козёл. Сколько бабосиков можно было бы с него заработать? Мы до этого, кстати, в Рэй проходили Тетти. Ну, Chronicles of the... Диана? Chronicles of Teddy. Это тоже непосредственно Metroidvania, но там такое жесткое управление. Ну-ка назад. Жесткое в том плане, то, что оно топорное. Но там в паре мест можно между локациями проходить. Где? А я пропустила! Проходить спиной вперед. Вот тут, что ли?
А я, наверное, сейчас не могу пройти. А в другом мире идти. Ну, вот там. Вот здесь непосредственно сам Юпи. Так, здорово. Если мы находимся в мире мертвых, это не значит, что мы всегда расстроены. К примеру, сегодня. Я готовлюсь к большой фиесте для всех моих амигос. Текилу! Дайте мне текилу. Опа-па-па-па-па-па. Чё-то всё покоцано. А. Чё за ферма вообще? А, это моя ферма, лоу. У него бутылки начали проходить блайном, я не знала, что они залипали. Не, они залипательны на самом деле. Правда... Есть люди, которые нормально у них ориентируются. А есть я с топографическим кретинизмом. Я жила в этом доме, когда была жива. Я всегда любила играть с моей любимой игрушкой. Фигурка лучше Дора. Она была лучше всех. Там опять ссылочки на ввв, которые. Тут ссылочек, кстати, много. Мы уже нашли. А другие игры. О. Сюда можно. Outlast. Кстати, на самом деле можно их найти. Продажа. О, Шадор, как ты нашел меня здесь? Босс файт. Я, правда, не настроение, у меня болит голова. Просто оставь меня в одиночестве. Ты просишь меня помочь тебе? Мужчины все одинаковые, обаятельные и доступны, когда вам что-то нужно. Но становитесь слишком заняты, как только надоедливая, наглая, чопорная стерва появляется на горизонте. Как этот подонок Калак. Лучидор, прости за эмоции. Я просто не привыкла к отказам. Неужели я не могу поразить симпатии? Трек мне вот в такие моменты очень сильно напоминает что-то. А, некроденсера? Нет, некроденсера. Там похожий саундтрек. Иван Шикс. О боже. Что-то есть. Самое-самое начало вот именно вот этого трека. Все бываем иногда одиноким. Верно, Учитор? Ожидаемся в нежности, наплыве эмоций, в волне страсти. Да. Иди ко мне, Учидор, охвати меня своими крепкими руками. Предсказуемый глупец. Скоро ты станешь моим рабом, вот тогда я повеселюсь. Так. Ах так, зараза. Блин, я думала, не задену. Ага, когда он так кричит. Да алло, можно подняться-то? Создать его, Чидор. Твоя судьба предрешена. Не покинешь эту пещеру живым. Это коза.
О, что это такое было? Женщина, успокойся. Фу. Как весело, что ты пытаешься показать, что можешь меня победить. Многие мужчины, приходившие сюда до сих пор, их черепа украшают стены. Так, одну нашла. Ай! Найс. Я, конечно, так и знала, что это настоящая была. А нет? Ах ты. Близко. Что это за говно она делает? Вот это что такое? Попусти тебя. Это жижа. Во. О, Чедор, возможно, недооценила тебя. Я считаю, что сейчас мы в разном положении. Я не лишу тебя жизни. Знаешь, Карлос не всегда был таким плохим. Раньше он был красивым и храбрым. В отличие от тебя. Может, ты хочешь услышать его историю? Ну, давай. Прежде чем он стал Калакой, Карлоса звали как Эль Чарро. Люди звали его лучшим в Чарейре. Лишь один титул скользнул от него. Лагран Чарьяда. Он был готов на что угодно, чтобы получить его. В ночь перед соревнованием... Он убил своего оппонента. А он сломал руку ему. Карлос сломал руку. А себе? Он был в отчаянии и совершил немыслимое. Совершил сделку с дьяволом? А в обмен на душу Карлос выиграл состязание. Но прежде чем он сумел насладиться славой, его позик сгнила и его защищала в мир мертвых. Жестко. Карлос чувствовал себя обманутым. Он так не ощутил столь желанной им славы. Он поклялся, что отомстит. Карлос вызвал дьявола на петушиные бои. Дьявол всегда любил состязания и сратых куриц, и петухов. С моей помощью Карлос превратил дьявола в петуха. А, это значит, нам дьявол помог, получается, превратиться обратно в человека. Да-да-да. И захватил мир мертвых. Он планирует слить его воедино с миром живых. Чтобы поработить всех. Чтобы все поклонялись ему. Эх, может, эта Сера была все-таки права. Я слышу его лучшего, чем Калака. И кто-то должен остановить этого придурка. Калака и Факел забрали дочь Эль-Президента на вершину храма войны. Явно для очередного тупого ритуала. Чтобы попасть в храм, ты должен подняться по великому дереву Туле.
растущему в лесу. Но для этого нужно умение перехода между мирами. Позволь мне даровать эту силу. Да, детка, да, дай мне ее. Dimension Swap. Легко, не так ли? Теперь нажми РТ. Знаешь что? Всегда похоже бывалось с плохишами. Интересно, этот милый Фрей Ай-Ай свободен? Немножко не хватило. Да, алло. Вот. Я дождалась этого момента. Здравствуйте. Пара-п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 ара
Блин, ну было успеть выбежать. Так, что-то еще есть. Интересно. Здесь? На! Ты же моя фигурка очень дура. Я так рада, что мамочка ее сохранила. Грасия, сеньор. Мне для тебя подарок. Ты можешь с ним поиграть. Надеюсь, тебе понравится. Поиграй с куском сердца. Так, чуть еще? Чего в особняке, кстати? Мне все интересно это. А тут водой залито. Прикольно. О, тут сундук где-то. А, вижу. Сто процент. Не зря сходила. На ферме что? Просто по ферме вообще не бегали. Выход. Где попасть под землю? Там фиолетовый проход. А в тот мир не могу выйти. А, в том мире вообще нет этого места. Прикольно. А, в самом низу есть проход тоже. Блин, там это плакат внизу. Женщина Лучадор. Не знаю, как называется женская часть этой... Женские спортсмены в этой игре, так сказать, в этих состязаниях. Там прям это. Хороший такой плакат был.
А здесь есть неподалеку голова где-нибудь? Вот это. Прямо, значит. Ой! Кстати говоря. Вот это, да? Хз, тогда где-то проход? Куда он может вести? Бред, на самом деле, не... Хотя нет, должен быть проход. Ай-яй-яй. Камушек. Нет, я не хочу верить в то, что это просто камушек. Просто камушков в метроидвании не бывает. Сейчас ходим до деревни. И закругляемся. Потому что там уже 10 минут до смены. Надо готовиться. До деревни хочу сходить, потому что... А я в этом мире. Так, а где? Вот здесь, да? Угу. Эй! Йо, меня зовут Ошибка. Не, ну серьезно, мне здесь явно не место. Скажи, серьезно, я в порядке. И не стоит за меня беспокоиться. Мне больше нравится оставаться по эту сторону комнаты. Ядрит ты упоротый. Что за смен? Секрет фирмы? Но мы считали, что в поддержке работает. Да, тут много ссылок. Чуть не улетело. Спасибо, что нашли ошибку. И он пока и здесь нормально. Хотя бы знаю, что он в порядке. Спасибо, что прошли через все эти проблемы. Я не знаю, но примите это в качестве награды. Давай, кусок сердца. Подари мне свое сердце. Спасибо. Там еще бабосики стоят. Кось. Все, уходим отсюда. Так, и что еще хотела сделать? Бабочков у меня мало. Сюда можно сбегать, в принципе. Сюда можно еще. Давай. Вверх, так. Блин! Не. Так, вверх. The fuck? Давай начнем. Вверх, вот так. Не смогла поднять его. Да, алло, не то делаю. Вот. Все. Ошибка из линк второго? А я не помню, может быть. Так. Нет. А, нет, тут триггер. А!
Так, мне нужно запомнить. Вверх, вверх, триггер, прыжок, удар вниз. Удар вниз. Так, вверх. Жесть! Вот это камбуха. А я, он же не в воздухе будет. Он же не в воздухе будет. Ну-ка, давай сюда. Иди сюда. Подошел. Я подошел. Козёл. Сейчас я рано сделала. А сейчас я его поймала, но забыла, что дальше. Вверх, вверх. Вот я не это сделала. Он отлетел далеко. Не в том порядке. Не там. Я хочу это сделать. Найс. Ха. Так. Не то. Не сюда. Да почему? Мне нужно развернуться в этот момент. Ясно. А! Почти! Я далеко была. Мне нужно чуть-чуть подальше встать. Чтобы нормально было. Не вот здесь. Блин, сейчас так хорошо было. Это факапил опять конец. Сейчас далеко было. Сейчас не поражалась почему-то. Опять не поражалась. Да, иди. Чуть-чуть осталось. Да алло. Низ, 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 низ. Опять не поражалась. А-а-а, не хватило. А мне, наверное, не хватит. А мне, может, и не хватить, кстати. Раз, два, три, четыре. Пять раз. Да, мне не хватает. Да. Мне тупо не хватает энергии. Так, а успею быстренько сюда сбегать в бар? Вам.
до сейва. И все. И после этого точно все, потому что мне уже все. Мне уже все-все прям. Прям все-все. Прям максимально все. По идее, я должна засейвиться, да, после этого. Ладно, закругляемся. Пора работать, поэтому я вас покидаю. Спасибо большое, что взглянули. Ой, стримчанские, еще раз напомню, из-за того, что у меня сейчас разница в часовых поясах. Нормальная такая. Во все дни, кроме субботы, в которую, наверное, я даже стрим запускать не буду. Потому что у нас плавание в море вору. Вот, они рано утром по Москве, часов с 5-6 и до работы. Поэтому ориентируйтесь на это время. Ой, Блермон. Смот, привет. И пока, да. Вот. Все новости по стримчанским. Котик, что ты когти точишь сейчас? Писька. В группе ВКонтакте будут, поэтому, если что, следите. See you next time, да. Вот, следите за новостями, обязательно запускаться позднее буду. Спасибо большое, Noisy Track, за фоллоу на миксере. Yeah, ты у нас первый фолловер на миксере, молодец, спасибо. Вот. Все, всем пока, хорошего дня и удачки. Увидимся на следующих стримах.